Всем привет, ребят, с вами Корвит, мы находимся в Castle Story. Бежит, бежит, бежит. Почему-то вот я заметил, стреляющие големы бегут первее всех. Первее маленьких, первее здоровенных, первее всех, короче. Все, готов, такой уткнулся такой мордой чисто, бум, и все. И разлетелся на кусочки. Не показывает у меня почему-то волны, не знаю, с чем это связано, возможно, глюк, возможно, из-за того, что тут у меня здесь еще осталась 60-я волна, может быть, из-за нее. Вот, но, хотя, по-моему, что-то подобное у меня было еще даже, не знаю, на ранних-ранних сезонах, даже, может быть, в первом было сезоне что-то подобное, то есть это, скорее всего, глюк. Этого вынесли. Блин, я вот не знаю, может быть сделать побольше еще арбалетчиков, может лучников сделать, тоже поставить. Вот я прям не знаю, ребят. Поставить, допустим, вот сюда вниз еще вот так вот лучника. Утыкать, да, здесь все. Оставить, допустим, двух танков. И все. И мне кажется, будет отлично. Вот куда они бегут? А, они бегут, наверное, перезаряжать капканы, да, скорее всего. Я думаю, что, наверное, бегут перезаряжать капканы. Этого убили. Ну, мелкие такие, да, вот как бы бегут по одному. Мелкие гады. Вот этот вот гад, вот это, конечно, пипец. Вот этот гад, это, конечно, пипец. Не знаю, может быть, он его отвлечет хотя бы от ломания моста. Нет, нифига. Просто нифига. Воу-воу-воу-воу-воу, Деймос, беги, спасайся, глупец, спасайся. Нет, блин, офигеть, вот это он умер. Эпично. Ой-ой-ой, печаль. Печаль, беда, пытался остановить вот этого голема, ребят, не получилось. Блин, он сейчас просто сломает мне пол моста за один удар. За один удар просто пол моста мне сейчас разрушит. Вот гад. Слепхана, давай, успей его убить. Нет, не убьет. Не успеет его убить по-любому. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Вот этого я и боялся, на самом деле, ребят. Вот это вот страшное дело, блин. Орут что-то там. Визжат, скандалят. Слушайте, големы, блин. Ох уж эти големы. Ох уж эти големы. Так делаем. Вот так делаем. Так, жмем окей, применить. Стефана выведем куда-нибудь сюда. Можно было, кстати, поставить рыцарей, попробовать и на мосту вот здесь. Ну, так вот чисто, знаете, как бы временно. Тоже вполне из этого... могло бы что-то и выйти. Так, лестницы я забыл вот эти вот здесь вот поставить. Вот так делаем. Ну, я думаю так, сделаю пока... Или, может быть, сразу сделать еще больше, чтобы был мост. Еще, допустим, на два вот так вот, да? Да, лучше, наверное, мы будем делать все отдельно. То есть, допустим, уборка у нас отдельно будет... Строительство, допустим, вот этих вот лестниц отдельно будет. Все будет отдельно. Вот так вот мы, наверное, сделаем. Так, ну, добычу камня я тогда, наверное, отменю. В принципе, камня много. Я думаю, что его хватит. Я думаю, что хватит, ребят. Сколько здесь у нас? 2, 4, 8. Да, камня здесь дохренища. Камня мне хватит... Намного таких мостов, штук на 10, наверное. Давайте сломаем вот здесь вот тоже все. Здесь ломаешь землю, здесь ломаешь землю. Вот эту тоже землю ломай. Ломай, маленький. Не стой, блин. Ну не стой, пожалуйста. Ну ломай же.
Давай сюда куда-нибудь, сюда переходи. Вот этот вот ломай кубик. Откуда ты взялся? Вот тут вот тоже ломай. Давай, 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 давай. Вот так, вот, молодец. Видишь, как все легко и просто делается в вашем мире маленьких миньонов. Давай, ты сюда. Ломаешь. Вот, вот здесь вот. Вот здесь вот теперь тоже ломаешь. Вот так, вот, молодец. Теперь вот здесь вот тоже ломаешь. Давай, давай, ломай. Ломай, хороший. Вот так, вот, славно, молодец какой, а. Большой взрослый мальчик. Вот тут вот тоже ломает. Вот, классненько, все. Теперь мы тебя уводим отсюда. Мы берем, получается, вот эти вот плаги тоже ставим. Вот здесь вот так вот по два плага. Тин-тинс, тин-тинс. А вот здесь ставим. Ну, такие вот, я думаю, что одинарные, мне кажется, лучше будет поставить. Вот, дальше. Вот эти вот балки ставим. Здесь и здесь. Вот так вот. Классненько. Так. Все это тоже как отдельно, наверное, у меня тогда пойдет. Уборку мы отключаем здесь. Уборка больше не нужна. Так, дальше мы делаем вот эти вот плашки. О, тихо, тихо, тихо. Внизу, внизу не надо. Вот здесь вот только сверху. Only сверху делаем. Вот так вот. И вот так вот еще ставим вот такие вот лестницы. Все, выставляем тоже высокий приоритет. Все это дело подтверждаем. У нас одна минута. Блин, за одну минуту, конечно... Конечно, много мы не сделаем. То есть придется потом опять ремонтировать мост, опять восстанавливать его. Короче, это будет, я так понимаю, долго. Ну вот, единственное, если мы поставим, допустим, здесь рыцарей на какое-то время, да, чтобы они, допустим, постояли тут какое-то время. А вот, и немножко позащищали, получается, этот мостик. Тогда, да, тогда, в принципе, можно как-то еще пережить. Пускай вот так вот постоят, наверное, втроем. Ну, если, допустим, сейчас будет подходить стреляющий, да, то тогда мы, естественно, рыцари будем потихонечку отводить назад. Если будут бежать маленькие, то с ними, в принципе, я думаю, мы справимся. Посмотрим сейчас, как, что будет. 8 секунд у нас осталось. Ну, потихоньку строят, конечно, да. Ого, там целая армада ее такая с камнями. Огромное количество маленьких миньончиков. Рыцари стоят, рыцари ждут. Сейчас посмотрим, кто будет на нас там лезть. Планки, балки ставят потихонечку везде. Чуть по чуть. Ну, пока я никого не вижу. То есть, скорее всего, стреляющих нету, потому что... А, нет, вот, пожалуйста, бежит уже один. Бежит уже первый стреляющий. Как-то мимо моих танков прям он пробегает. То есть, ему вообще как-то пофигу на все это дело. Так, давайте вот на вот этого. А почему не стреляют, блин, по стреляющему? Вы чё, блин? Кристаллы? Офигели? Так, ладно, всех, короче, уводим отсюда. Отменяем полностью строительство. Полностью отменяем строительство и всех отсюда уводим. Хотя, по-моему, все выжили, да? Нормально. Нормально. Но это, правда, напали на меня только там какая-то часть. Вон там, в принципе, еще бегут и бегут, так что... Рыцари, да, единственное, надо было отсюда, наверное, не уводить, оставить их здесь все-таки рыцарей. Давайте обратно. Давайте, ребята, обратно. Братюни рыцари, давайте обратно, наверное, идите сюда. Так, что мы тогда делаем? Швабру здесь тогда ставим. Вот это вот все дело, я думаю, нужно будет подчистить.
Вот так вот делаем швабру. Сколько там? 4 рыцаря у меня, да? Ну, в принципе, они как бы так, да, то есть для защиты такая, типа, ходячая стена, по сути. И все. Брони вот у этого что-то мало как-то. Что-то как-то мало у него получается брони. Этого тоже убили. 5 минут осталось. Я думаю, что стоит уже, наверное, ребят, прожимать строительство. Делать его дальше. Так, что у нас? Здесь вот нам нужен, получается, камушек, да? Вот здесь вот нам нужен плак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, там здоровенный пришел. Тихо, блин. Уходите, 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 маленький, уходите, уходите. Уходим, уходим, уходим. Воу-воу-воу, полетел. Ну его сейчас, я думаю, что его сейчас убьют. Да, все, его убили. Улетел он с утеса. Там еще один идет. Вау! Улетел. Ух ты ж, блин! Тихо, 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 нет! Ой-о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 й. Офигеть, троих потерял. Офигеть. Ну ладно. В принципе, миньонов у меня много, так что... Блин, не, ну конечно жалко. Жалко, конечно. Терять вот так вот просто миньонов. Так, что у меня там? Этот я поставил сюда. Вот такой вот нужно одинарный поставить. Здесь получается тоже так вот плак нужно сделать. Там вроде бы маленький, да? Прибежал маленький злодей. Здесь вот тоже делаем. Здесь делаем вот такую. Здесь вот так вот длинную. Здесь вот так вот тоже длинную, получается, нужно сделать. Да, вот оттуда. Блин, а как я туда всуну теперь? Во, вот так. Ага, отлично. Вот так вот тоже тогда делаем. Все, выставляем высокий приоритет. Вот это вот все прожимаем. Сюда заходим в блоки. Вот так вот делаем деревянный помост. И все, ребят, в принципе, вот как бы все. Почти закончили. Давайте еще поставим здесь, наверное, ремонт. Нет, подождите, ремонт, вот. Вот такой вот ремонтик сделаем здесь. Пускай тоже так вот отремонтируется. Да, нужно было, наверное, так вот вывести рыцарей пораньше, да. И единственное, что нужно было их просто хорошо контролировать. Жалко, что не показывают, сколько там кого у нас осталось. Вот как бы вот этот баг, он, конечно, неприятный. Амар, может быть, тебя отхилить? Давай мы, наверное, тебя отведем вот сюда. Пускай немножко похилится. А, у нас есть еще такой вот передвижной маг. Ну, то есть хил, да? Передвижной такой хил. Можно его ставить где-нибудь на мосту, пускай стоит. Вот здесь вот тогда, да? Тогда можно было Амара, в принципе, не уводить. Пускай бы он тогда стоял бы здесь. Потихонечку бы и хилился. Ну, мне сейчас как бы самое главное, это сделать мост. То есть я мост сделаю, и все. Я отсюда уйду полностью на защиту. То есть меня здесь не будет больше. Осталось, в принципе, совсем чуть-чуть. То есть вот эту вот часть сделать и вот эту вот часть. И все. Больше ничего не надо делать. Ну, вот, в принципе, и доски есть, и камни есть, да. И есть вроде бы даже свободные какие-то рабочие. Но все равно вот почему-то никто ничего не носит. Никто ничего не хочет делать. Не знаю, с чем это связано. Одна минута осталась. Я даже не могу сказать, успеют ли они все это сейчас закончить. Вполне могут даже и не успеть за одну минуту. У нас чувак сейчас тащит доски, я так понимаю, тащит их вот сюда.
Это тоже тащит доски. Я не вижу, чтобы кто-то тащил, допустим, вот сюда вот камень. И я только сейчас понимаю, почему. Почему никто сюда не тащит камень? Потому что вот здесь вот нужно сломать блок. Вот. Вот теперь они смогут сюда спуститься и принести камушек. Вон уже берутся за камни. 39 секунд осталось. С этой стороны тоже вот, получается, одна осталась. Все. Только вот эта часть у меня, получается, недостроенная. Не знаю, успею ли я ее достроить. Получилось как-то здесь балки, там камни, странно. 10 секунд. Ну, плюс еще секунд, я не знаю, 15-20 будет у меня форы, пока они там спаунятся, пока они там будут разгоняться, чтобы на меня напасть. Вот так вот. Стоим в защите. Ждем прихода. Давайте, ребят, сделаем, чтобы было утро. О, вот так, да? Чтобы было все лучше видно гораздо. Камни тащат, да? То есть это сейчас поставят камушек вот сюда вниз. Ну, нужен будет еще один камушек. Это вот этот вот. А потом только доски у меня останутся. Получается, вот два последних камня сейчас, и потом будут нужны только исключительно доски. Все, таск, плаук, все. Вы отсюда бегите, уходите. Вот эти тоже, думаю, сейчас все уйдут вместе с вами, да, и останутся только доски. Все, назад, назад. 63-я волна, ребят, у нас идет сейчас. Бегут маленькие. Бегут Ой, нифига себе, их тут сколько. По хилу бьют. По хилу больно бьют. Я думаю, что всех стоит сейчас уводить отсюда. Чё-то их там дохренище прям. Прям очень много. Так что всех давайте уводим вот сюда. Всех уводим сюда. Вот это все пока отменяем. Отменяем все. Всех уводим отсюда. Все бегите отсюда. Ну все, теперь вот, в принципе, можно воинов наших возвращать обратно. Как мне кажется. Эти чуть ближе подошли, и уже можно возвращать обратно. И вот вроде бы никто там... Ой-ой-ой, там здоровенные идут. Нет, тихо-тихо. Тихо-тихо, а то вы сейчас будете тут тоже мне летать. Вот сейчас вот я чувствую, что стало немножко посерьезнее, потому что они теперь все проходят сюда без проблем. И вот как-то стало немножко пожестче теперь. Ой-ой-ой-ой, маленький улетел куда-то. Банкуси. Банкуси улетел куда-то. Ну-ка, давайте, покажите ему, кто тут главный. На его мечом, на его по голове, отлично. По голове, отлично, так далее ему. Хорошо, хорошо. Так, проходим, проходим сюда, залазим, перепрыгиваем в атаку, бежим, бежим, бежим. Ну-ка, оп, 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 хорошо, хорошо, хорошо. Выходим сюда, все выходим сюда. Хил тоже давай сюда беги. Хил сюда тоже отхиливаемся. Идем, 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 идем сюда, отхиливаемся, отхиливаем наших рыцарей. Все, 5 минут у нас осталось. В принципе, вот это мы тогда все делаем вот так вот на швабре. На швабре все это дело делаем. И делаем еще один мостик. Последний, да, который у нас остался вот здесь. Вот так вот мы все это дело делаем. Далее, здесь мы делаем доски. Вот так вот максимально, да. И вот так вот мостик. И все, и можно будет отсюда уже валить. Кидается, блин, камнями, гад такой вонючий. Гад вонючка. Там он еще один. Маленький. Он там, по-моему, застрял, да?
Убили этих, да? Давайте пойдем, наверное, вот того тоже загасим. А то, мне кажется, он так скинет слишком много лишних килограмм. Опа. Арбалетчики достают. Нифига себе они стреляют, блин. Так, здесь я вижу только всех с мешками. А почему никто... Вот только не говорите, что они теперь не смогут сюда поставить... Да... Ну, по идее, должны вообще-то смочь. Ну, вон кто-то бежит с досками. Я думаю, что смогут, наверное, поставить здесь палочку. Откуда ты взялся, блин? Откуда они берутся? Они уже, знаете, они уже нападают просто так, то есть без волн, они просто периодически, так знаете, типа, иногда, ребят. Захотят, нападают, захотят, не нападают, то есть вот как-то так вот. Как он долго идет с этими досками, это какой-то пипец. Просто пипец. Давай еще одну. Вот так, молодец. А, они, получается, если вот так вот две, типа, стоят рядом, да, то они ставят одну большую. А не такой чисто маленький кубик. Я на самом деле думал, что они будут по кубикам их ставить вот так вот. А они их ставят такими, типа, длинными. Вот здесь вот прям такая вообще длинная получилась доска. Не знаю, с чем это связано. Ну вот, в общем, ребят, вот такой вот у нас получился мост. Кайфовый, мне безумно нравится. Я думаю, что через этот мост они будут проходить без проблем. Запинаться они там не будут. То есть все будут сразу перебегать сюда, бежать, 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 сломя голову к нам сюда в атаку. Ну вот, поэтому пока что мы поставим, наверное, рыцарь где-нибудь вот здесь вот. Вот так вот. Мага-чародея я поставлю куда-нибудь сюда. Надо будет его обязательно сделать, чтобы он хилил. Так, много у меня свободных миньонов. Я думаю, что стоит их перевести в лучники. Так, два лучника тогда сделаем. Два лучника сколько... А, в принципе, довольно много можно сделать арбалетчиков, кстати говоря, да? Арбалет давай принесем вот сюда. И вот здесь еще стрелы у меня, которые тоже надо принести вот сюда. И четыре арбалетчика я, получается, могу сделать. Два лучника и четыре арбалетчика. Переделываем, переделываем обязательно. Вот, и давайте их где-нибудь там у нас расставим. Так, ну, для начала я их поставлю куда-нибудь. В чем дело, блин? Я что-то, походу, нажал какую-то не ту кнопку. Все куда-то побежали. Блин, я их, походу, раздел, да, сейчас? Блин, я какую-то не ту кнопку, ребят, нажал. То ли F, то ли G. В итоге все пошли переодеваться. Один лучник, второй лучник. Так, сюда, сюда. Так, давайте в рыцаря один шлем, еще четыре. Так, арбалетчики. Еще арбалетчики. Ну. Подвисло что-то все. Так. Маги. Два мага. Ну и вроде все. Даже одного танка мы тогда, наверное, скинем. Вот здесь вот. Вот сюда вот. Так, арбалетчиков всех пока выведем сюда. Лучников.
выведем тоже сюда. Так, и магов тоже выведем сюда. Какие-то лаги, ребят. Немножко подлагивает. Сюда, сюда. 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 Так, далее. Далее всех надо переводить вот сюда куда-то, да? А нет, здесь, в принципе, один остался. Вот Марджо здесь стоит. Стоит и никуда не уходит. Так, сюда. 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 Кидаются, блин, камнями. Гады такие вонючие. Лучника сюда. Еще одного лучника сюда. Арбалетчиков. Давайте сюда теперь их повтыкаем в окна. Одного сюда. В окно. И еще один, да, вот как раз у меня последний остался. Вот его вот сюда вот. Да что ж так лагает-то? Никто там не подошел ко мне еще на базу, нет? Да вроде бы, ой-ой-ой-ой, какая тут армада стоит големов. Просто сколько их здесь много. А там прокидочка идет такая хорошая, да, по ним? Да, вот сейчас, конечно, ребят... Ах, вы гады вонючие, сломали они, они мост ломают опять. Вот какого черта они там стоят, я не понимаю. Я не знаю, ребят, вот в чем их вообще проблема, почему они, блин, все ломают, все рушат. Так, давай сюда, ты давай сюда выйди, маленький, вот так вот, вот, хорошо. Армада лучников, арбалетчиков и так далее и тому подобное. Так, этого ставим на хила. Вот сюда вот его двигаем. Так, рыцари наших тоже берем. Четверых переделываем тоже, чтобы они стояли и не двигались. И тоже отведем их куда-нибудь сюда. Вот так вот поставим, я думаю, будет отлично. А, так, ну и давайте ж тогда вернем здесь все дело обратно. Вот так вот тогда мы все это делаем. И починим здесь тоже все. Починим вот так вот. Вот. Все, то есть вот как-то так мы сейчас всю эту тему замутим. А, возьмем, наверное, я думаю, танков. Отведем их вот сюда вот на передовую. Пускай они, я думаю, стоят там. Так, вот так вот можно взять всех. Ой-ой-ой, там здоровенно идет, двигается прямо сюда. Но его, я думаю, сейчас убьют очень быстро, потому что все турели заряжены. Вот, вот так вот, все. Даже кто-то там, по-моему, по нему попал. Из рыцарей, я имею в виду. Ладненько, ребят, я думаю, что на сегодня мы тогда выпуск с вами закончим. У нас 63-я волна была только что. Через 5 минут будет 64-я. Я думаю, мы ее тоже переживем. Будем что-нибудь придумывать еще интересненькое. Пишите в комментариях, чего бы вы хотели, чтобы я здесь построил. Потому что у нас еще 40 волн, и надо чем-то заняться. Я думаю, что можно будет построить либо какую-нибудь деревушку здесь, либо что-то типа того. Пишите в комментах. С вами был Коровит. Я думаю, что мы увидимся уже вот-вот скоро. Всем пока-пока, ребята.